Вонь. Вот, смотри сюда. Расписание матча, видишь? Вот, 17 июня. Да, я запишу. Давай, записывай. Где будешь записывать? Ну, в каком-то. А тебе зачем еще раз напомню, я что-то забыл. Чтобы взять эти рабочие дни в это время, нельзя рабочие дни. Или на даче быть особо как Ну давай сюда иди, я тебе. Сейчас она придет. Еще раз скажи, зачем тебе? я в Найтли буду работать, Так. чтобы знать мне, брать эти дни, не брать, то есть Дни автобусы. на что? Вот я день работаю, день не работаю, день работаю, день работаю. Чтобы мне вот или на даче быть в эти дни, или это. Хорошо. Давай. Нет, ну ты вот сюда иди, вот смотри и сама записывай. Вот. Я думаю, ты мне диктовать будешь. Ну зачем тебе диктовать? 17 мая. Какой 17 мая, 17 июня? Июня, да, июня. 21 июня. 25. Вот самое главное, да, это враговая будет. А, ну, кстати, вон, видишь, дни недель даже написано. 28 июня, так дальше. Это не самый главный матч. Это матч группового этапа. А теперь вот плей-офф. Вот. 2 июля, 1-8. И 7 июля последний. 1-4. Поняла. Все? Ну, можешь еще посмотреть Ростов и Волгоград. Нет, только Самара. Ростов и Волгоград, давай, у меня уж компьютер долго Ну, он все, работает. отвечаю. В другой раз Ростов и Хорошо. Волгоград.